Сборная России под руководством Алексея Кошелева будет противостоять сборной Португалии под руководством Константина Ба. Россию по букмекерским прогнозам и по моим личным, наверное, все-таки 7-3. Хороший удар, согласишься? И будет ли добивание? В трибуне поддерживают действующих чемпионов мира. Это удар. Ну, здесь уверенно. Уверенно верхом. Я думаю, что у России есть огромный потенциал играть низом. Футболисты сборной России. Угловой. Мягкая подача. Может, и тут и штанга. Правого защитника. Вот. Как здорово. И удар. Хороший удар. Вот. Пружина может рожаться как туда, так туда. Согласитесь. Согласен. И вперед для сборной России. Будет ли прострел на дальнюю? И гол! Как же так, Россия? Вот это гол! Один ноль, сборная России впереди. Подбор! Ну и вот удар. Хороший удар! Общего течения сегодняшней встречи. Так, сборная России в атаке. Хорошо здесь комбинируют. И гол! Это было предвкушение гола, хороший пас и хорошее замыкание с точки 9-метровой. Расстрел. Остается за Россией. А когда и пасом катают, и низом катают хорошо, еще и борьбу выигрывают, вот как сейчас, да? Вот, все становится 3-0! Ювелирно, филигранно и вкусно! 3-0! Россия! Да, друзья, конечно, вот так вот. Урана кричат. Так, к этому штрафному. Ну и в стенку попадает мяч. Акимова поучиться, как пробивать такие штрафные. Ну, Акимов примитивно, но не примитивно. Да, но неожиданно. Ну, вы не скажете. А говорится, на вашу хитрость. Ой-ой-ой. Точечно, поскольку обыграть кого-то они могут, в центре красиво там и так далее. Ну, а передачу, а вперед, да. И именно обострить, пока не все. Здорово, корпус ставят. И в атаку сборной России идет. Хорошая передача, можно замыкать, удар. Не попадаться с Сушилиным. Но эта борьба была вся в рамках футбольных правил. Будет удар, удар. Очень много ошибок при передачах у португальцев. Сборная России, Сушилин. Хорошая передача, прострел. Бьет 24-й номер, мяч попадает в игроков сборной Португалии. Россия продолжает атаковать. О, мимо ворот, как же не попасть. Удар, рикошет, рядом. Смотри, Сушка! Ой, Сушилин получает в наивыгоднейшей ситуации мяч, передача. Кисель на пустую Сушилину, и Сушилин забивает гол. Счет становится 4-0. По бровке. Обрез. Обрез. Опять в исполнении футболиста сборной Португалии. Россия в атаке. Передача пустая. Гол. Да, друзья, остается 5-0 счет, и у меня есть такое ощущение. Здесь хорошо проходит передача, но снова перехват сборной России и быстрая контратака. Сушилин набирает скорость, убирает мяч под себя и бьет в ближний и вратарь. Ну, как здорово, а? От двоих уходят, и никто уже не бежит отрабатывать. Полная эмоциональная... Ой, гвоздя вколачивает. Ну, полное эмоциональное истощение. Как раз мое предположение, что голы в ворота сборной Португалии будут...
до конца пятого матча Amateur World Cup. Удар! Перекладина! Перехват сборной России. Атака 4 в 2. И гол. Гол. Сушилин забивает просто ультра-пижонский гол. Просто срезочка. Но перевод проходит. Ну и что, Киселев под удар подставит, что ли? Сушилин разбирается без шансов. Просто без шансов разбирается и все удар поставит, что ли. Сушилин разбирается. Передача тоже не проходит. Да, хочется только поддержать португальцев. Удар, вратарь. И будет ли добивание? Сушилин. Сушилин. Ну. Доведут ли до удара эту атаку? Кисель. Да, друзья, мяч. Отдавать нужно было мяч. Здорово играет 28 номер сборной России. Ну, вот это, думаю, неминуемый гол. Как же не попадает повар. Уже совсем я запутался, друзья. Сушилин в штангу. Звучит финальный свисток, сигнализирующий...